Владельца массажных салонов «Сакура» приговорили к 3 годам заключения в колонии. Следствию и прокуратуре удалось доказать, что кроме массажа работницы занимались проституцией. При этом девушек даже обучали. Сам владелец Александр Тиньковский вину во время суда признал лишь частично. В частности, подтвердил, что как директор компании должен был не допускать разврата в салонах. Приговор пока не вступил в силу и наверняка будет обжалован адвокатом подсудимого. Массажные салоны пока закрывать не будут. По закрытию салонов на сегодняшний день мы говорить пока не можем, но после вступления приговора в законную силу, конечно же, этот вопрос будет рассматриваться прокуратурой округа, и в гражданском порядке мы будем обращаться в суд для закрытия салонов вот именно с этим видом деятельности.